где-то 4 часа нам пообещали солнышко. Но уже капает дождь. Причем холодный ветер на улице, такой колотун, что это ужас. Так, смотрим быстренько. Сейчас я кидаю дождь, я смотрю, там уже тюльпан зацвел. Желтенький. А я же хотела глянуть на своих этих. Боже, как холодно. Ужас. С первым тюльпаном у нас. Я хотела глянуть на свои цукини. Что они там? Есть, нема. Ничего не бачу. Холодно. Не вылез он. Я где-то цукини закинула. Там, короче, лук растет. И сюда я один цукини закинула. Что тоже ничего нема. Ладно, я раскрывать не буду. Так. Аж слезы капают от холода. Ах, кошмар. Вот это холодрыга. Ладно, сейчас соберу ноготки, потому что их тут сильно много зацвело. Что, действительно нема? А ну-ка. Или она просто сильно забила эту землю. Да. Боже, какая холодрыга. Хай бог милый. Ладно. Сиди. Будем мы новые росточки покупать. Вот, гляньте, как запетушились. Видали? Ирисики цветут. Прям много их. Целое ирисовое поле. Ой, боже. Тут ни капли дождя начинают капать. Ах. Но зато лучок растет, ребята. Лучок уже такой, что можно уже перья щипать и кушать. Точно-точно. Точно-точно. Ну и редиска подрастает. Ну, молодец, редиска. Хрен себе. Да, чего не росты. И в Африке. Так, давай. Пару луковичек до этого. До зеленого борща. Прикусочку. Ух, блин, как а где моя петрушка, где мой укроп? Боже, коты повыгребали все на свете. От уже ж. Коники дикі, а не коти. Все на світі повигрібали. Все, що було таким посажено нелегким трудом, маленький кусочок росте і все. Для... Тут взагалі вони всю кучку згребли. Точно треба веток наламати. Ладно, простимо ми їх. Вот это росте салат валеріана. Пока він маленький. Ну, сухо было, дождя не было. Сейчас дождь, может, так холодно. Пожалуйста. Наш итальянский подснежник. Сказиться можно. Что ж такое? Где ж та весна? Где ж та весна красна? Тут у нас что-то есть. Ой, кроме холодного ветра вообще нема ничего. Ладно, пошла я собирать ноготки, пока меня ветром не сдуло. Это ж деревья цветут, представляете? Черешня, абрикос, все-все-все позацветало, и на тут такие. Хорошо, все понятно. Чистый четверг. Так и должно быть. Машина 4 дня моется. Я себя накупала. Мусор за 4 дня собрала, шучу. Что ты помылась хорошо, че так вот. В общем, еду еще ж надо дедушку покупать. Чистый четверг. Вообще-то до дедушки надо было, по идее, завтра. Но я буду занята. Сегодня. Что это у нас? Все в траве. Все в мусоре. Опа. Представляете, я иногда могу быть занята. Об этом потом. Так, ну что, такой приятный моросящий дождь, знаете. И не дождь, и ничего. Надо машину было бы заправить. Чей-то мотоцикл моется.
В общем, это вот у нас такая бесплатная мойка. Так вот, вчера в начале видео я вам снимала, что в 4 часа обещали солнышко. Так вроде бы сегодня в 12 часов его тоже обещали. Уже около 12. Он сказал прогноз погоды, что сегодня він ошибся. О, видали, бедончики. Ага, та я ж тебе чую і бачу. Я ж тут собі притуляюся. Опачки. І ми роз'їжджаємося, як в морі кораблі. Так що, ще вместе з дождем був ще й сильний вітер. Ладно. Так, тут теж прийдеться притормозити. Та этот самоход їде сюди. Не думала включаться, но услышала такой колокольный звон. Да надо. Как же ж тут лимончик достать? Не достанешь. Сетка висит. Бамкает 12 часов. Так, ребята. Дедушкина жена. Говорит, забери, пожалуйста, новые рубашки и новая мужская куртка. Рубашки в упаковке. Не знаю, какой это размер. Она говорит, это все из дорогих. Но они только на Фьюмаре скуплялись. Все с этикетками. Я так подумала, что мой Луиджина ходит уже со всеми этими воротничками потертыми. И, наверное, единственный из мужчин, кто еще ходит в рубашках, это он. Так что подгоним ему такой подарок, если ему они по размеру. Ну, думаю, они одинаковые по размеру. Очень качественные рубашки. Ну, это все ерунда. Она говорит, боже, сколько у меня этого хлама. Что мне подарила Анна? Та-дам! Это знаменитый заяц из ТикТока, в котором говорят, что есть какие-то иногда призы, иногда даже деньги попадаются. Вы в это верите? Я такой счастливчик насчет денег, что, наверное, мне точно деньги попадут. Ему никто еще ухо не грызнет. Ну, в общем, приедем домой, откроем, посмотрим. Попадаются там гроши, чи не попадаются. Чуть-чуть перестал лить дождь. Как раз я проскочила так, что мне повезло, что я не намокла. Вот. Так я что-то моросить. Да знаю, бензина нема, знаю. Все знаю, поехали. Я нашумевший заяц, а я ушатый заяц. Я заяц из ТикТок. Оп-оп. Ребята, если б мне кто-то сказал, пойди купи зайца и проверь, есть ли там деньги. Ни за что на свете. Но так как мне его подарили, давайте покажу, что тут все целенькое, никто в нем не ковырялся, никто уши не понадрезал, а шоколад это вкусный, то мы сейчас его вскроем. Откроем, шоколад я съем, и если там не окажется никакой денежной премии, то я не сильно расстроюсь. Ой, быстрее, быстрее. Оп,
Тишина и пустота. А шоколад и правда вкусный. А? Вот так.